Cam ce salariu dumneavoastră ați dori să aveți? Nu mai spun cât. С 1 января 2024 года минимальная зарплата в стране составляет 5000 леев, в то время как средняя зарплата достигает 14000 леев. Жители Бельц отмечают, что для поддержания достойного уровня жизни им необходима зарплата, близкая к средней, но на деле они получают вдвое меньше. Там сейчас salariu 20.000 лей. Вы ajunge, да? Nu mi-ar ajunge, dar mi-ar ajunge să trăiesc în țara asta. Mi-ar ajunge la copii. Să întrețin familia, copii și atât. Nu-mi permit. Aș dori poate și eu să plec în concediu undeva. Și mai multe. Nu, câte 10. Care e oba acest ceas? Ești ceas nerăbătă. А сколько было до сих пор? 8, где-то 7-8. Последнее вот мое место работы я получала так. Но я не здесь работала, а работала в Кишиневе. Но для Кишинева это мало. Как бы впритык. Вам хватало? Ну, если где-то экономить, то думаю, да. 20 дней pentru început, și cred normal. 30 poate. Nu mai puțin de 250.000. Vara ajunge? Pentru mine, da, dar pentru tineri, cred că nu. O, ce întrebare interesantă la început de an. Un salariu care să-mi ajungă pentru tot ce am nevoie. Некоторые горожане признаются, что зарплаты в 13 тысяч леев не хватит, чтобы покрыть расходы. 13 тысяч? По Молдове? Я думаю, что, наверное, немногие получают такую зарплату. Немногие. Есть намного меньше получают. Ну, тут он депинде де ной. Кум не да саларио медио, кум та царадика. Ашай ла ной. Честно сказать, в Молдавии с 13 тысяч лей жить, это невозможно. С учетом, сколько сейчас стоит снять жилье, еда, коммунальные услуги, 20 минимум. Какая сейчас у вас? Ну, это не могу сказать. Вам хватает, хотел спросить, вам хватает, не хватает? Нет, мне не хватает. Сумажвей моему, да, кредко, макарченс, прозвучими, мяражонджи, пентру фамилия, же пентру келтуель. Челмул там, а вот он с прозвучими, да, стал фост, не тот темпу. Среднемесячная заработная плата в экономике регулируется ежегодно в соответствии с основными макроэкономическими показателями, прогнозируемыми на текущий год.